Привет, с вами компания Lutner, я Дмитрий Остросаблин, и сегодня мы продолжаем тему педали пространственных эффектов для гитары. А внесите-ка одну заставочку, пожалуйста. В моих руках сегодня мини-педаль эффекта реверберации от компании NewX с красивым названием Oceanic Reverb. Реверберация — это процесс затухания звукового сигнала вследствие многократного отражения от стен помещения. Используется для придания особого звучания голоса или инструмента, чтобы добавить ему больше сочности, объема, а также выделить солирующий инструмент среди массы остальных аккомпанирующих. Oceanic Reverb от компании NewX является представителем целой линейки мини-педалей с говорящим самим за себя названием Mini-Core, в числе которых пространственные эффекты, эффекты перегруза, бустер, импульс-симулятор гитарных кабинетов и так далее. Педали эти цифровые, работают на кошерном 32-битном процессоре с задержкой меньше 2 миллисекунд. Собраны добротно, покрашены качественно, со вкусом, запчасти опасений не вызывают. И это не все. Производители данной линейки не стали жадничать и ограничиваться только одним базовым эффектом, а добавили возможность обновлять прошивку этих устройств, добавляя другие эффекты с помощью встроенного в корпус педали разъема microUSB. Подключаем педаль к компьютеру, заходим на сайт компании, ищем необходимое устройство, качаем для него приложение для обновления прошивки, подключаем питание с зажатым фудсвичем. После определения устройства выбираем необходимый бинарный файл с интересующим эффектом, который необходимо установить, и нажимаем кнопку «Начало прошивки». Конкретно для этой педали имеется прошивка, в том числе с эффектом Shimmer, она очень интересно реализована, рекомендую попробовать при желании. Стоит отметить, что у педали всего лишь один регулятор управления, но на практике это очень элегантно реализовано, давайте посмотрим, как именно. В обычном режиме, который обозначается при включении красной индикации, этим регулятором мы управляем размером и формой помещения. Давайте послушаем, какого результата мы можем добиться с помощью этого эффекта, а помогает мне сегодня гитарист Александр Гордов. Но педаль была бы неполноценна без возможности изменять степень насыщения чистого сигнала самим эффектом. Реализовано это с помощью долгого нажатия на фудсвич, при котором загорается зеленая индикация возле надписи Level или уровень. Теперь мы управляем количеством эффекта в миксе с чистым сигналом. Ну и конечно же эффект надо проверить на перегрузе. В качестве перегруза мы используем транзисторную голову Stonehead от российской компании AMT. Кабинет у нас также AMT с двумя 12-дюймовыми динамиками Oscillation. Полученный звук мы снимаем двумя микрофонами Shure SM57 и Octava MK105, сигнал пускаем в карту Zoom R24 и записываем в секвенсоре Reaper. При переходе в другой режим педаль автоматически запоминает выбранную установку, что является бесплатным бонусом цифровых педалей. Еще одним бонусом является возможность выбора между двумя видами байпаса – буферизованным и тру-байпасом. При подключении питания к педали на короткое время загорается индикация, которая показывает, какой именно режим байпаса включен. Зеленый – это буферизованный, красный – это тру-байпас. Переключаться между режимами проще простого. Достаточно отключить питание, зажать фудсвич и опять включить питание. Индикация изменилась, сигнализируя нам о смене режима. Педалька получилась замечательная, многофункциональная, открытая для возможности установки прошивки с другими эффектами, что вкупе с ее компактными размерами, созданными для небольших педалбордов, делает ее достойной внимания гитаристов с разным уровнем игры и запросами к оборудованию.
Приобретайте в магазинах вашего города педаль реверберации от компании NewX Oceanic Reverb. Добавьте своей гитаре глубины океана, сочности звучания и, конечно же, делитесь своей музыкой с другими. С вами была компания Lutner, я Дмитрий Остросаблин. До новых встреч!